на замечания в чате, если они нарушают правила, сразу говорит «осуждаю». Я думал, это какой-то мем, а на самом деле у них уже прям рефлекс, насколько я понял, выработался. Что если ты не скажешь, тебя могут забанить. То есть если кто-то скажет в чате в твоем на ГГ, что ты не очень хорошо относишься к геям, там, или, например, что... не знаю, пола всего два, мужской и женский. И стример скажет, что... ну, не скажет, что он это осуждает, то его канал могут забанить. И все откровенно ссут. Представляете? Как же хорошо у нас на Good Game, правда ведь? У нас тоже рефлекс не критиковать администрацию. Ну, критиковать можно. Мы стримы проводим по сайту. И это самое... главное, чтобы на оскорбления не приходили. Я готов. Чего? Слушаюсь, милорд. Мужской, женский, те, кто ездит по обочинам. Нам выпал альянс, 100 лет не был альянс ФФА. Дело сделано. Я готов. Опять за работу. Сделать стан ГГ в виде бассейна. Ну, мы хотели футболку с бобром, который на бревне плавает. Но это... это одна из идей. Да? Дело сделано. Опять за работу. Дело сделано. Чего? Ну я пошел. Бониш закончил стрим по резиденту. Да. Я готов. Респ не очень удачный. Справа на возвышении первый противник. Очень далеко с ополченцами бежать. Я бы проверил, кто рядышком со мной. Для начала. Какая раса, какой никнейм. Мясной конь, понял? Так точно. Да, ваше высочество. Опять за работу. Жду ваше слово. СХ. На мой взгляд, один из лучших героев в ФФА. Своей универсальностью он прям всех ушатывает. Вам меня не жалко? Где скрывается враг? Чего? Кому начнем? Пытаюсь распределить урон. Опять за работу. С удовольствием. Да, вообще. Одно ваше слово. Используй мою силу. Чего? Use my power. Побежали рабочими, просто чтобы они... быстрее вернулись к добычам. Что где скрывается враг? Погнали. Приказывайте. Тут жук рядышком. Используй мою силу. Верно. Что-то мне этот... ой, там в чате тоже. Ладно, пофиг. Да? Жду чего? Приказа. Хорошо. С кого начнем? Йоу. Сделаем. Где скрывается враг? Одно ваше слово. До указаний. Кто на очереди? Хорошо, стоим. Используй мою силу. Направь мой клинок. Настинго. Жаль, глупыш. Да, ваше высочество. Хорошо. Где делаю грейд. На следующий тир. Есть, господин. Умри. Используй мою силу. Работаем над третьим. Ставим мил. Слушаюсь, направь мой клинок. Приказывайте. Бегу, бегу. Делаем я еще пару ферм. Угу. С кого начнем? Тменов делать больше не буду, да хватит. Можно было реплэшмент по ушам делать. Одно ваше слово. С кого начнем? На очереди. С удовольствием. Где скрывается враг? До указаний. Направь мой клинок. Направь мой клинок. Ретаргет. Кто на очереди? Где скрывается? Лечением. Верно. В целом очень даже хорошо мы стартуем. Да? Дело сделано. В плане крипинга. Мою силу.
СХ хорош тем, что он и живых лечит, и мертвых лечит, и дизейбл у него есть, и ультимейт весьма и весьма. И в лейте даже со змейками можно будет по... Блин, даже здесь есть возможность подкрепиться. Вот это мне повезло, конечно. Очень повезло. Надо сделать грейд на дерево. Распределяем урон. Пытался окружить, но я закрепил почти весь центр из, ну, из стартовых нейтралов, имеется в виду. Забрал три артефакта. Блин, это очень круто. Здесь, конечно, уже все. Здесь, скорее всего, тоже все. Дело сделано. Улучшение завершено. Опять за работу. Кто на очереди? Отступаем. Так, а слева был орк. Орк. Где скрывается враг? И здесь тоже не закреплено. Найс. С кого начнем? Убивать легко. Одно ваше слово. Да, конечно. Так точно. Используй мою силу. Используй мою силу. Да, ваше высочество. Зафейлил чутка. Давай-ка уйди отсюда, пожалуйста. Направь мой клинок. Надо тиснуть амулет энергии для начала. Скрывается враг. Да, ваше высочество. Кто на очереди? Сейчас посмотрим на второго героя. Ну, паладин. Кто на очереди? Паладин хорош. СХ не будет умирать. Где скрывается враг? Орк подходит, правда, еще. Мое сердце жаждет битвы. Направь мой клинок. Мне не ведом страх. Да? Здесь нельзя. С кого начнем? Дело сделано. Да, ваш свет. Не понял, а где? Дело сделано. А, блин, магазин забыл. Мое сердце жаждет битвы. Где скрывается враг? С удовольствием. Уши у тебя. Кто на очереди? Так, все, отступаем. Быстренько магаз. Что-то я с ним завтыкал. Вряд ли мне удастся кого-то еще подкрепить, кроме базовых тем, которые рядом со мной. Там зеленая точечка. Надо уже думать над... Нет. Нет. Скрывается враг. О чем ты попросишь меня? Используй мою силу. Мой клинок хочет крови. Кривое, конечно, как не знаю кто, но что поделать. Делаю третьего героя. Да ладно. Палыча отдал на халяву. Просто дал палыч на халяву. Как так можно? Не, этот товарищ явно охренел. Просто явно охренел. Так нельзя делать. А, я пройти влево не могу, да? К зеленой точке неплохо застроился. Слава эльфам крови. Где скрывается враг? Кто на очереди? Я готов. Кто на очереди? Третий герой, бестмастер. Что мои уроды? Кастрю рефлейм. Убивать я готов. Зверь. Фони, правда, здесь. Куда летим? Используй мою силу.
Кто налетел? Наши войска атакуют! Мой молот! Кто налетел? О чем ты попросишь меня? Используй мою силу. В грифона заказал даже. Начнем? Направь мой клинок. А нет, здесь можно было пройти. Странно, что... Исследование завершено. Ладно, погнали. Где скрывается враг? Верно. Готов. Виверна. Направь мой клинок. Что? Умри. О чем ты попросишь? Добыча близко. Торопись, человек. Но ваша слава. Что нас ждет? Слушаю тебя. По указанию. Я готов. Мне не нужно. Мой молот к твоим услугам. Используй мою. Куда летим? Положись на меня. Где скрывается враг? Направь мой клинок. Мое сердце жаждет битвы. Ладно, давай так. Сейчас с грифонами мы должны все тут уже разобрать. У него нет нормальных... Нормальной контры. Правда, там финды бегут. Это телепортируется. Кто второй? Reaching. Reaching, reaching, reaching. ЦХ хорош. Прям это то, что нужно. С кого начнем? Что? Хватит ли мне... Мой клинок. Я готов. Кто на очереди? А, я отошел у Ричинг. Молодец. Красава, можно сказать. Я готов. Где скрывается враг? Мне не ведомо. Просто красава. Ну что, это та самая месть мясному коню. Ну, он должен сейчас уже разваливаться, теоретически. Das Dingo! I hear you, man. С удовольствием. С кого начнем? Погнали дальше. Давай, 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 давай. С кого начнем? Че ж ты его не убьешь-то никак? Алло. Главное, не добивает, паразит. Там никого не осталось, он ждет, когда я снова я приду. Верно, блин. Кто так делает? Не пройти мне туда к нему. Мясной конь левает. Где скрывается враг? О чем ты подумаешь? Где скрывается враг? Я готов. Бегу, бегу. Кто мне на очереди? Страх. Я готов. Направь мой клинок. Жаждет битвы. Слушаю тебя. Используй мою силу. Поторопись, человек. А, он еще не ливнул сам по себе. Да что ж там за этот, за второй хреновый игрок? Куда летим? Только мешает. Понимаете, только мешает. Что? Там слева уже убили. Батя играет, а слева... Используй мою. Я готов. Блин, я не прав здесь. Вообще не прав. Где скрывается враг? Поторопись, человек. Я вообще здесь не прав. Мне не ведом. Совсем. Используй мою. Йоу. Мое сердце жаждет битвы. Скалы бочку. Падает паладин. Кто на очереди?
Капец. Да что ж я как такой кривой, капец, всех героев отдал. Ничего не успел прожать, не успел передать. О, это конечно, кажется. И главное, он этого не добивает, понимаете? Какой кривой. Надо бать убивать халявные шахты, возможно. Куда ты летишь? Я кривой. Но я не отобьюсь от него, скорее всего. Нужно дождаться. О чем ты попросишь, человек? Да? Куда летим? Блин, батя еще, кажется, стрим слушает. Батя, не надо так, пожалуйста. Батя, ты не прав. О чем ты попросишь? Что? Мне неведом страх. Как же я позади, а? Мое сердце жаждет битвы. И справа не убило этого. Ну, вот товарищ справа, вот этот вот, который андеет, он абсолютно не готов. Он мешает только. Только мешает. О чем ты попросишь, человек? Будет исполнен. И чатится, и. Куда летим? И мешает убивать. И сам не добивает. Мое сердце жаждет битвы. Надо было ставить сразу же. О чем ты попросишь меня? Мне неведом. Палыч, скоро третий. Теоретически, с такими героями, конечно, можно еще выиграть. Я бы для начала взял бы телепорт. Восстановил бы Сэху. Попробовал добить право. О чем ты попросишь меня? Что? Слушаю тебя. Взлетай. Слушаю тебя. Хочешь, покажу что-то страшное? Направь мой клуб. О чем ты попросишь меня? Почту за честь. Взлетай. Используй мою силу. Я готов. Кто на очереди? Я убил. Человек. С кого начнем? Направь мой клинок. Вперед. Где скрывается? Ну давайте попробуем. Используй мою человек. Здесь нужно добавить коней. Без мастера пока не хочу, вы... Направь мой клинок. С кого начну? Я готов. Где скрывается враг? Как же их много-то, а? Хорошо. Кто на очереди? Мое сердце жаждет битвы. С кого начну? Используй мою силу. Слушаю тебя. Как приказ? Что? Мой клинок. О чем ты попросишь меня? Где скрывается враг? Куда летим? Кто на очередь? Мое сердце жаждет битвы. Грифон умер, к сожалению, один. Где скрывается враг? Опять за работу. Направь мой клинок. Да, я плохо. Плохо здесь. Очень плохо здесь. Начнем? Используй мои. Я готов. Очень плохо здесь. С кого начнем? Взлетаем? Атма минус. Я готов. Мой клинок. Жду коня. Кто на очереди? Что? Направь мой клинок. С кого летим?
Кто на очереди? Кто приказал? Человек. Где скрывается? Приказывайте. Используй мою силу. Выполню любой приказ. Взлетаем. С кого начнем? Поторопись. Это психологическая атака. Куда летим? Ну, в целом, минус... не знаю, что минус. Минус конь, минус грифон. Но... Ты попросишь меня? Аздинго! Мое сердце жаждет битвы. Поторопись, человек. Мне неведом страх. Кто на очереди? Взлетаем. Я еще без базы. Используй мою силу. Кто на очереди? Слушаю тебя. Где скрывается враг? Используй мою силу. Я готов. Что приказали? Направь мой клинок. О чем ты попросишь меня? С кого начнем? Что? Да надо ставить базу все-таки. Иди сюда, ставить базу пытаться. Что? С кого начнем? Быстрее ветер. Используй мою силу. Поторопись, человек. А мясной конь все еще живой. Так, диспола нет. Ты сюда, сюда. С кого начнем? Где скрывается враг? Кто на очереди? Используй мою силу. Я готов. Направь мой клинок. Где скрывается враг? Направь мой клинок. Мне неведом страх. А, вот, вот оно что. Куда летим? С кого начнем? Слушаю тебя. Ваши войска атакованы. Кто на очереди? Вот оно что, оказывается. Там у него уже база. Опять за работу. Надо пытаться ставить на ячку. Если нет, то все. Но, скорее всего, все. Слушаю тебя. Ну, его гораздо больше. За Гомезом, блин. Мое сердце жаждет битвы. Положись на меня. Верно. Сердце жаждет битвы. Используй мою силу. С удовольствием. Может и нет, может еще поживем. Мне неведом страх. Сделаем. Кто на очереди? Какое-то время. Используй мою силу. Use my power. Мой клинок. Просто лимиты еще у меня мертвые. Это вот... Эти кони, мои кони, они... Кто на очереди? Они ни о чем. Где скрывается враг? На нашу базу напали. С удовольствием. Вот он давит. Мою силу. Мое сердце жаждет битвы. Сделаем. Сделаем. Где скрывается враг? С кого начнем? Мне неведом страх. Кто на очереди? Верно. Бегу, бегу. Уи, верно. Используй мою силу. Где скрывается враг? Жаль, глупышку. Йоу. Слушаю тебя. Кто на очереди? Защищайся. Направь мой клинок. Бегу, бегу. С удовольствием. Сделаем. Жалко, что просветки нет. О чем ты попросишь меня? Где скрывается враг?
Мне неведом. Кто на очереди? Мой клинок хочет крови. Направь мой клинок. Используй мою силу. С кого начнем? Где скрывается враг? Верно. Кто на очереди? Мое сердце жаждет битвы. Используй мою силу. Ваше сиятельство. Да будет так. Направь мой клинок. О чем ты попросишь меня? С кого начну? О чем ты попросишь меня? С кого начну? Используй мою силу. Аздинго! Чего? Направь мой клинок. Выполню любой приказ. Жалко. Кто на очереди? Орки Глаз! Где скрывается враг? Выполню любой приказ. Верно. Направь мой клинок. Недостаточно сердца жаждет битвы. Кто на очереди? Используй мою силу. Куда летим? Где скрывается враг? Ваша светлость. Бегу, бегу. У тебя. Мое сердце жаждет битвы. Что? Используй мою силу. Я готов. Где скрывается враг? Нет, Палыч. Наш герой погиб. Такое кривое. Поторопись, человек. Надо пытаться восстанавливаться, восстанавливать ману, возможно... Кто на очереди? Что? С кого начну? Йоу! Кто на очереди? Направь мой клинок. Да, и там гарги уже идут. С удовольствием. Куда летим? Направь мой клинок. Недостаточно золота, недостаточно маны. Где скрывается враг? Недостаточно маны. Положись на меня. С кого начну? Слава, недостаточно маны. Где скрывается враг? Направь мой клинок. Я слышу. Взлетаем. Используй мою силу. Прими бой. Кто на очереди? Поторопись, человек. Где скрывается враг? С кого начну? Что? Используй мою силу. Use my power. Направь мой клинок. С кого начну? Я готов. Используй мою силу. Капец, как сложно-то, а мне... Убить где просто одного упыря. Вот центральную базу ушатывать. Получше дожидаться. Используй мою силу. Взлетаем? Кто на очереди? Ладно, погнали. С кого начнем? Куда летим? Не получилось, не фартануло. Где скрывается враг? Я готов. Где скрывается враг? Быстрее ветра. Направь мой клинок. Что нас ждет? Кто на очереди? С кого начну? Ваши войска атакованы! А, ну здесь мы просто убиваем шахту и потом тпшимся. Кто на очереди? Мой клинок хочет крови. С кого начну? Поторопись, человек. Используй мою силу. Надо сразу телепортироваться уже. Бали не успею, скорее всего. Клинок. Наши войска атакованы. В небе мне не так. Используй мою силу. Кто на очереди? Где скрывается куда враг? Летим? С кого начну? Убивать что? Легко. Я готов. Набрать мой недостаточно клинок. Маны. Погнали дальше. С кого начну? Легко. Используй мою дорогую черпу. Я достаточно маны. Вперед. За облачную. Направь мой клинок. К звери не лгут. Где скрывается твой? Ну что такое? Где минус МК. Используй мою. О чем ты попросишь меня? Поторопись, человек. Минус герои.
И сзади подходит еще один. А мне телепорта нет! Ах, ты ж ежик. Так, надо палочку быстро закупить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой. Наши войска атакованы. Кто на очередь? О чем ты попросишь меня? Экип Аладдин. В чем там армия вообще фиговая у Джонса? Куда летит враг, мой клинок? Наши войска атакованы. Аздинго. Слушаю тебя. Поторопись, человек. Да враг, мой клинок. Мое сердце жаждет битвы. Что? Мы не верим. Что нас ждет? Где скрывается? О чем ты поможешь меня? С кого начну? Кажется, за баечным. Кажется, кто-то тоже стрим слушал. А, нет, Палыч. Блин. Что-то я перестарался. Срочно нужно хотя бы как-то решить проблемы с экономикой, а то я в такой жопе сейчас. У меня две кое-как работающие базы, которые в центре я не крепился. Лорд Мобайл, нифига себе. Привет. Мейн закончился уже, алло. Мейн закончился. Стало Миша морально помогать ГГ. ГГ, мясной конь. Враг. Сделаем. Куда летим? С кого начнем? А, Ричинг все еще живой. Я готов. Ах ты гад. Направь мой клинок. Я готов. Да? Слушаюсь, лорд. Направь мой клинок. Опять расследование завершено. Бестмастер пятый. Палыч, ждем. Где скрывается враг? Поторопись, человек. Он в двух алтарях делает героя. Чего? Палыч возвращается к нам. Макарт.тт поддержал Макар, ваш канал на 100 привет. Рублей и сообщает на победку. На победу. За Гомеза. Надо будет добить Ричинга. Так, а в целом, с чем мне... Может, мне вообще в воздухе остаться, учитывая... Учитывая Сэху, я же могу себе позволить, правильно? Где скрывается враг? Я готов. Да? Опять за работу. Используй мою силу. Поторопись, человек. Или не могу. Сделано. Чего? Слушаюсь, лорд. Куда летим? Направь мой клинок. Опять за работу. Сделано. База начинает работать. Я бы справа человека убил, он довольно слабенький. И уровень героев у него несерьезный. И... Так, а здесь сколько? 700. Даже нет смысла ставить базу. One low. Идет он summon. Взлетаем.
кто на очереди. Поторопись, человек. Скалу начну. Умри. Да, вот он, Джонс. Открывайте враг. Добыча близко. Брат, мой клинок. Используй мое. Будет жарко. Кто на очереди? Я готов к охоте. Что? Брат, мой клинок. Угу, партизан здесь строится. По центру, да? Я готов. Можно ультануть, пожалуйста? Все, и пало чем лечить этого. Сыхун просто. Ха-ха, нормальная страт. Да, сочетание неплохое. Глориан поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает проверку. Да работает, работает, все нормально. Палыча жалко. Use my power. Моё сердце жаждет битвы. Ваши войска такого. Ой, там же панду стафанули. Что? Набрать мой клинок. У него тоже топовые герои, надо сказать. Кто на очереди? Бегу, бегу. Скалу начну. Мне неведом страх. Где скрывается враг? Куда летим? Да? Кто на очереди? Но мне кажется, он наиболее приоритетная цель. Ты попросишь меня? Где скрывается враг? Если посмотреть на... С кого начну? Используй мою силу. Поторопись, человек. У тебя. Надо, наверное, зайти по центру, посмотреть, что да как. Ну, а вдруг третий став взять. Достроить либо грифонов, либо, скорее всего, даже хавков надо играть. Джонс идет, видит, что я здесь. Где скрывается враг? У него странные... Куда летим? Странная армия. Чего? Где скрывается враг? Взлетаем? Кто на очереди? Слушаю тебя. Блин. Торопись, человек. Что нас ждет? Направь мой клинок. Сыхание был готов. Я готов. Мне неведом страх. Где скрывается враг? Лечу. Хорошо. Здесь нельзя строить. Кто на очереди? Что? Ну, хавков тоже не хочется делать против Варден и Панды пятой. Что-то, мне кажется, это... Взлетаем? О чем ты попросишь? Кого начну? Слушаю тебя, скрывается. Мне неведомо. Ладно, пошла ульта. О чем ты попросишь? Куда летим? Кто на очереди? В небе мне нет равных. Набрав мой клинок. Сейчас я буду снимать. Жаль, глупый, быстрый приказание. Продолжаем. С кого начну? У нее есть телепорт. У Варденки. Блин. А где? Мне неведом страх. Где скрывается? Поторопись, человек. Верно. Я там через атаку отправил и все. Джонс пишет ГГГГ. Направь мой клинок. Что тебе?
Кто по... По орку меня интересует. Здесь золото закончилось, на мэне тоже. То есть нужно идти сейчас на орка. Пытаться делать кастеров. Глориан поддержал Глориан. Ваш канал на 2000 рублей и сообщает. Жир. Так, уже штрафанули, хорошо. Три виверны, минус три виверны, это круто. И у него герои второго уровня. Это прям ошибка при ошибке. Ну, то есть это не ошибка, это просто... Просто беда. И вот сюда нужно уже отправлять рабочих. Ставить вторую центральную базу. Джек пишет ГГ. Ладно, давай накроем вот так. Палыч с резуректом, но непонятно, кого резуректить. Несчастных четырех рыцарей, что ли? Маловато будет. Ставим базу раз, ставим базу два. Уанло бегает с... Битмастер поддержал ваш Битмастер, канал, привет. Наставил ли и сообщает. Ей. М19 Майкер. Здравствуй. Засыпаю, просыпаюсь под твоими стримами. Так. Еще вчера смотрел, как Еще ты вчера. Помирал от волков в воде в Гатане, а сегодня уже божишь в Арике. Только да. Майкер и только победа. .123 Майкер Дави. Битмастер, спасибо за такие слова. Так, он делает баток. Бедный Палыч. Не, диспола нету. Вы. Да, он молодец. Сайленс очень сильно мешает. То есть он сразу и хавков затыкает, и ультимейт убирает. А можно мне, пожалуйста, здесь как-нибудь... Надо восстановить ману. Что-то я смогу поставить. Погнали. Да, присты бы пригодились. Ботинки бы пригодились, мана бы пригодилась. Дофига всего пригодилось бы. Но я очень много времени потратил на то, чтобы справиться с... Ой. Неловкий момент. Где скрывается враг? Мне неведом страх. С двумя ботинками такой. Бежит. Мое сердце жаждет битвы. С кого начнем? Направь мой клинок. Слушаю тебя. Да, там наверняка есть люди. Сейчас, если сейчас ливнут, скорее всего, буду где-то вместе на пятом, на шестом. С кого начнем? Ну, потому что очень долго и очень много я умирал на старте. Кто на очереди? Кто-нибудь ранен? Как пожелаешь? Кто на очереди? Поторопись, человек. Используй мою силу. Чем могу помочь? Надо у орка проверить центральную. Он бы не стал так пассивно себя вести и сдавать
центральную вот эту базу, если бы у меня не было страховки. Думаю, там есть его база еще. Нет, уже нет, по крайней мере. Забыла, не была. Суперсвин с хорошими с героями. 6-6. Панда, алхимик. Блин. Слушай, я готов. На что жалуетесь? Конечно. Что? Где я скрывается враг? Поторопись, человек. У него варды явно здесь стоят. Близко. Используй мою силу. Кто-нибудь Слетает? Ранен? На враг мой клинок. Куда летим? На что жалуетесь? Скалу начнем. Слушаю. Где скрывается что? Враг? О чем ты попросишь меня? Кто на очереди? Мне не ведомо. Кто нас ждет? Сердце жаждет битвы. Или мне не так? Используй мою силу. Чем могу помочь? Поторопись, человек. Где скрывается враг? Уши у тебя. Что? Скалу начну. Взлетаем? На враг мой куда летим? О чем ты попросишь меня? Ладно, погнали. Партизан пишет ГГ, вливает. 68, а кто остался? Ван Ло, Ричинг, Супер Свин. Ну, Ричинг где-то там до... Я даже не знаю, что делать. Воскрешать я коня одного точно не буду. Фристайл тут скорее мертв, чем жив. У него не осталось тут никого особо. Палыч без дивана, но его... Серьезно, убежал. Класс. Мне нужен Шреддер, третья база центральная. Разведка, понять где что. Закупка хотя бы какая-то, потому что я абсолютно пустой. Ни черта у меня нет. Просто ни черта нет. Я готов. Что нас ждет? Слава эльфам крови. Я взял свет. Поторопись, человек. Допустим. Куда летим? А, ну все понятно. И Ван Ло летит на меня. Кто на очереди? Что? С кого начнем? Ладно, даем бой. Но я не уверен, что я справлюсь здесь. 6-7. У меня неподходящая армия под его микс. Используй мою силу. Взлетаем, кто на очереди. Вперед. За облачным даром. Кто на очереди. Погнали. Ну там ульта, видите, как хорошо залетает. Ну это минус мейн, блин. Что делать? Верно. Виверна. Где скрывается враг? Надо чего? Укрепляться хотя бы как-то. Рудник почти истощен. Слушаюсь, милорд. Устанавливать бараки. С кого начнем? Пытаться мочкануть ему. Кто на очереди? Убивать легко. Взлетаем? Я готов. Он как будто что-то знает. Мне неведом. Используй мою силу, человек. А чё так много-то тебя, ну? Ну он развивался все это время. Мой клинок. Моё сердце жаждет битвы. Я готов. Там слоу. Кто на очереди?
Прикол дикий. Поторопись, человек. Да? Направь мой клинок. Куда летим? С кого начнем? Куда летим? Используй мою силу. Где скрывается враг? Добыча близко. Погнали. Инфернал. Да, не могу особо ничего сделать. С кого начнем? Взлетаем? Кто на очереди? В небе мне нет равных. С удовольствием. Идем, сделано. Где скрывается враг? Улучшение заряжения завершено. Мой клинок. Нам нашу базу напали. Мой клинок хочет крови. Надо мэн отдавать. Ну, тем более здесь, видите, еще. Короче, да, надо отдавать мейн. Увы. Где скрывается враг? Поторопись, человек. Во что эти, я не знаю. Где скрывается враг? При этом еще суперсвин, на мой взгляд, опаснее, чем этот. Надо было вокруг идти. Надо было идти вокруг. Чем могу помочь? Нам нашу базу напали! Направь мой клинок! Используй мою чай! Сразу надо было это делать. Кто на очереди? За облачную, да? Используй мою чай! 3-3, Нерфайр! Класс! Где скрывается враг? Я готов, Кахон! А, и он дальше идет. Нехорошо. Наш рудник. О, а тут база закончилась уже. What? Дело сделано. Слушаюсь, милорд. Ну я пошел. Где скрывается враг? Как-то... Хорошо. Кто на очереди? Как-то все очень плохо. Ну, опять же, я столько времени потратил на старте. Очень много времени потратил на старт. Опять за работу. С кого начнем? Наши залоги. Слушай. Что? Набрать мой клинок. Сделано. Я там у одного суперсвина. Сделано. Герой лимит. Вон, пожалуйста. Еще жук следующим героем. Капец, вы что творите, ироды? Ну этот здесь, ГГ. Да успеем еще одну сыграть. Очень долго я убивал соседа своего. Очень долго. Ведь по ресурсам я в топ-4, а не в топ-1.